Главная задача Центра культуры и искусства имени Кадыра Мырзаали – поддержка талантливых людей нашего края, пропаганда их творчества. На очередной художественной выставке были представлены картины Бактыгали Уразова, члена Союза художников Казахстана, известного мастера кисти не только в нашей области, но и в стране. Выставка приурочена к 60-летию автора. Коллеги и приглашенные гости поздравили виновника торжества и посетили персональную выставку творца. Художник Бактыгали Уразов умеет удивить почитателей своего таланта новыми работами. На церемонии открытия приглашенные гости поделились своими впечатлениями о творчестве художника, отметили работы, которые особенно понравились пришедшим на выставку. Многое изменилось со студенческих лет. У него уже свой неповторимый почерк. Он состоялся как художник и стал автором многих интересных значимых работ. Очевидно, что персональная выставка Бактыгали Уразова вновь привлекла именно своей самобытностью. Каждая работа заставляет остановиться желанием уделить время деталям. И когда они сплетаются воедино, всегда есть повод для размышлений. Отдельное внимание автор уделил величайшему акыну современности Кадыру Мырзаали. У меня картин много. Сейчас, в данный момент, я здесь выставил 31 работу здесь. 31 работ, и в моих работах есть и философские работы немножко, есть и работы с моего прошлого, есть работы, выставлялся. И несколько работ я выставил в абстрактном варианте, чтобы показать людям, что как они. Но здесь в основном я хотел, чтобы они увидели и сами. Я не умею, я не рассказываю о своих работах, а я наоборот хочу, чтобы те, которые смотрят мои работы, они видели и сделали какие-то выводы для себя из моих работ. Автора выставки недаром называют уникальным художником, который имеет свой неповторимый почерк и мировоззрение. Выставка произвела сильное впечатление на пришедших и достигла самой главной цели автора – подумать о жизни, о своем месте в ней и своих поступках. Екатерина Шмидт, Рустам Ищанов, Айдус Кисимов, телеканал Акжаик.